Не ожидал? Не ожидал! Буквально два шажочка маленьких. И победа. Пошутил. Ай! Мышка, просто отвечаю! Получил на свечах. Кажись, я уже обосрался! Всем, ребят! Сейчас все решается! Здарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня это будет необычное видео, потому что мне предложили сыграть дуэль на аккаунт. Если я выиграю, я получу очень дорогой аккаунт, в котором есть керамид, голд и куча дорогущих скинов. Но если я проиграю, то я буду должен отдать мой аккаунт. Поэтому, ребята, просто прожмите лайк, за то, что я согласился на эту дуэль. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ребята, всех обнял, приподнял, целую. И мы сейчас наберем этого богатого трейдера и посмотрим, что же он скажет. Алло, Андрей, приветик. Алло, здорово. Братан, у меня к тебе только один вопрос. Что ты мне написал? Повтори, пожалуйста, в голос, чтобы все слышали. То, что мы идем дуэльку на наши аккаунты. Если я выигрываю, я получаю твой аккаунт. Я проигрываю, ты получаешь мой аккаунт. Брат, давай так, чтобы ты не был балаболом или искали там софтер какой-то. Выстави сейчас керамид голд за 160 тысяч голды. Давай, брат. Блин, да, вижу. Джордж, это ты, правильно? Да. Все, братан, снимай, покажи мне сейчас его в игре. Это просто очень реально. Ребята, поддержите меня в комментариях, это будет мега зруба. Надеюсь, я это сделаю. Все. Давай, мы уничтожим тебя тупо, как перхоть. Ну что, ты готов? Паша, я готов тебя выносить. Я вообще-то киберспортсмен, а ты готов? Небольшая рекламная пауза. Что же такое покер? Покер — это хорошо. Покер — это хобби, которое всегда поможет занять твое свободное время. Тебе не нужно много денег, чтобы играть для души. В покере максимально большое комьюнити, начиная от стримеров, заканчивая профессиональными игроками. Покер — это не только удача, но это и навык, которому ты можешь очень легко обучиться. Я прямо сейчас хотел бы тебе рассказать про сервис Покерок. Что же это такое? Это сопровождение игроков и освещение всех самых важных событий в мире покера. Покерок — рекорды большие сумму выигрышей. На Покерок у тебя просто миллион возможностей играть на всемирных турнирах. Покерок — это поддержка клиентов высшего уровня. Покерок — это лучший оператор покера в России. Покерок — это самый надежный покерный рум. Покерок — это максимум удовольствия за минимум платы. Все нужные ссылочки есть в описании. Ты кибер? Ты мастер? Желаю мне удачи, а тебе неудачи. Все, брат, я все снимаю, говорю сразу, без кидал. Аккаунты даем. Не важно, кто проиграет, аккаунты даем. На мужика. Согласен? Согласен. Ребята, давайте прямо сейчас проверим, какие у него скины. Проверка на бомжа! Покажи скины! Ребята, надо, чтобы этот микроб показал свои скины. Потому что, сами понимаете, а вдруг он нас обманывает, а? Всякое в жизни может быть. Поэтому братик показывает, что же там у тебя есть. Он пишет, намид Пеппа. Он меня сейчас называет Пеппой, да? Керамид голд! А у меня тычки. Не, ну керамид голд лишним не будет. Ля, ребята, а карта кинг? Не, ну я, конечно, все понимаю. Но я-то думал, что будут еще какие-то там скины подороже. Насколько я знаю, у него еще есть АВМ Спорт В2. Все, ребят, надо максимально подготовиться, надо максимально размяться. Просто разминочки. Это будет жесткая заруба. Не проиграем. Мы не проиграем. Короче, ребята, я придумал план. Если я проиграю, то я просто это видео не выложу. Ха-ха, и заскамлю его. Ладно, шучу. Я не такой. Если я выиграю или если я проиграю, вы видите это видео. Моем стрессу было интереснее, просто смотрите без перемоток. Керамид голд, это что? Откуда вам? Первый раунд. Что же мы возьмем в первом раунде? Конечно же, дигл. Не знаю, как вы, ребята, но я вот уверен в дигле. И дигл уверен в мне. Дигл — это нечто. Это нечто больше, чем просто скин. Понимаете? На дигл, ну, можно, например, присесть, как на бутылку. Плюс в комментариях, кто хоть раз сделал. Опа. Куда стреляешь? Молекула! Сюда! Все, спокойно, ребят. Ну я даже глаз не дернулся. Все, мы эту молекулу забрали. Мы вам показали, где его место. Просто взяли и сказали, дорогой ты наш. Гони свой аккаунт. Ну, в принципе, и все. Так, ну что же, счет 1-0. Очень даже хорошо. А во втором раунде Фамасик Фури. Так, ребят, надо немножко поменять тактику. Он будет меня ждать вот примерно с этой стороны. Мы поменяем тактику. И пойдем через мид. Ха! Ладно, шучу. Через мид нельзя. Мы пойдем через Семочку. Вот так, не заметно подкрадываемся и говорим: привет, Андрей! А, никого не мо. А давайте мы пойдем через все. Мать моя женщина! Начинала же все так хорошо. Куда, Дина? Так, ребят, все, не волнуемся, держим себя в руках.
Все в руках, все. Берем МП-7 и, пацаны, метро Люблино работает. Полетели! Так, счет 1-1. Знаете, что я скажу? Вы сейчас скажете каким-то ПК, ну ты Крысенштейн! Но, ребята, заруби, все методы хороши. Как он по нему попадает? Каждый раз флешку не понимаю. Все, ждем тут. Просто, ребят, мы на рыбалке, он наша рыбка. Мы ждем, чтобы он клюнул. Иди сюда, карасик. Мы еще тебя споймаем. Я не пойму, где он? Ау, че так долго его нету? Алена, мне уже страшно. Не, ну выходи. Не, ну совесть ты имей. Слева. Ай! Мышка, пацан, отвечаю. Мышка! Хана, если еще из-за мышки проиграешь свой аккаунт, я эту мышку выброшу с 20 этажа просто. Не-не-не-не-не, ребят, все будет нормально, все будет под контролем. Я очень надеюсь, что мы выиграем. Но, ребят, ну, Гарис, немножко мне фартануло, ничего страшного. Сейчас будет новая тактика под названием «Бешеный пимпа». Что же она означает? Это означает, что я бегу и на Грейсе делаю хедшотик. Сюда, оп. Нормально? Ой, хорошо. Сталечка, снимаешь? Нормально, ребят, пробрались. Тактика «Бешеная пепа» работает. Сюда. Опа. А кто тут? Да как? Я не понимаю, что это в этом мире. Он в лунтубе. Так, ребят, аккуратненько. Тактика «Бешеная пепа». Блин. Это была очень плохая тактика. Ребята, руки трясутся, все. Вы шутили, и хватит, а то Сэм понимает. Аккаунта у меня лишнего нету. Но вот Керголд мне как раз бы пригодился. Было бы у меня 2 Керголда, держал бы в левой руке и в правой руке. Ну как раз то, что надо. И, блин, посмотри-ка у него аватарка. Вот прям такое ощущение, что он хочет меня как-то оскорбить. Блин, пацаны, он играет очень хорошо. Я-то думал, что это какой-то нуб Галим, думал, что он из-за ища. Ребята, я не знаю, что делать. Счет 4-1. Кажись, я уже обосрался. А, фух, я же сижу на туалете. Вспомнил. Ха, поэтому все нормально. Так, ребят, 4-1. Смотрите, вот тут пиксели. Тактика называется пиксель. Стим пиксели. И ждем. Сейчас подойдет. Ну, отвечай. Ну, сейчас подойдет. Опа. На! Тактика пиксель работает! Пиксель, топ. Ребят, хэштег тактика пиксель. Я вас сейчас научу еще одной секретной тактике. Называется разрывная. Что она означает? Мы берем, ребят, разрывную хаешечку и бросаем ее. Потом бросаем разрывную флешечку и разрывную дымовуху. То есть, смотрите, вначале разрывная хаешечка. Ой, хорошо. Дальше разрывная дымовуха. Ой, хорошо. И разрывная слепуха. А теперь тупо на префе входим. Ага. Куда мы лезем? Чё? Куда на равных? Ты что, на равных хотел поговорить, да? На равных не говори со мной! Ты никто, ты пыль! Блин, надеюсь, он это видео не будет смотреть, а то я сейчас слишком много лишнего наговорил. На самом деле, братан, ты самый лучший, просто я немножко волнуюсь, это очень важно, дуэль, когда играем в дуэльный аккаунт. Самое главное, это что? Это то, что... А! Блин, я думал, я побеждаю, а я проигрываю. Просто у нас аватарки почти одинаковые, я немножко перепутал, Если ты еще раз сюда подойдешь, это будет последний раз, когда ты сюда подойдешь. Аккуратно. Ничего страшного. Немного промахнулся. С кем не бывает, ребята. Как говорится, один раз не снайпер. Бросил флешку и промахнулся. Не попал. Я попал. Это Stand-off 2. Да это не Stand-off. Это Stand-off Scap. Не, ну как так? Так, все, ребят, все нормально. Первый блин кумом. Счет всего лишь 5-3. Говорится, мог быть и хуже, мог быть 8-3. Потом 5-3 еще неплохо. Еще можем откомбэчить. Ребята, надо взять свои шары в руки, сжать их и поджарить. И собраться, ребят. Самое главное, это концентрация и работа над собой. И кто у нас тут? Никого нема, хрен отмена. Опа! И тут никого нема! Хорошо. Слышь, ты, не фузуря туфелька, сюда подошел! Не ожидал? Лицо поправ! Ребята, я, вот честно говоря, хочется взять М40. Но потом я вспоминаю то, что это дуэль на аккаунт. Не-не-не, никаких М40. Я хочу выиграть аккаунт. Просто взять и выиграть аккаунт. Так, ну что, ребят, поехали. Счет 5-4. И я планирую победить. Опа, приветик. Мой ты пирожочек. Опа, держи подарочек. А теперь, ребята, тактика называется «Лежачий угорь». В чем у нас заключается? Мы просто, ребята, лежим на ступеньках и ждем тупо на расслабоне на чиле. Сюда. Рано или поздно вот так вот.
Это, ребята, это мастер! Это мастер! Ну, говорится, мастер. В попе фломастер. Ау. 5-5, ребят, пока шумоченьки неплохо. У него еще есть шанс дать заднюю и сказать кенду, давай ничью. Но нет, ребята, мы идем до конца, потому что кто мы? Кто вы? Мы маслята. Видите этот эх масл? Он означает маслята. Маслята означают победа. Победа означает кента пока. А у кого минус лицо? Буквально два шажочка маленьких. И победа. И победа! Мы это сделаем. Я знаю, мы это сделаем. Самое главное, вера в себя. Вот я когда-то, ребята, поверил в себя и стал богатым ютубером. Ну ладно, пошутил. Не понял? Не понял? Это как? Я понял, вера в себя уже немножко пропала. Счет 6-6. Короче, ребят, у меня есть супер тактика. Вот прям, ну прям максимально суперовая тактика. Смотрите, что я придумал, ребята. Тактика называется «Закрысим по полной программе». То есть мы сидим тут, а? Вот так бросаем, и все, я не ехал, это не моя. Я тупо в домике. Братик, охрана, отмена. Все. Просто ждем. Это рыбалка, ребят, это рыбалка. Все, сидим в дыму и ждем. Рано или поздно он подойдет, так он пытается прострелить, он где-то тут, он с авиком играет, он сумасшедший. О, он рядом идет такой. А может он тычки посадит? Не, какие тычки? Дядя, вы где? Ну, позор! Как? Я слышу, не слева, он телепортировался, матрица, он небо, рыбка небо. Все, ребят, уже, честно говоря, не смешно, потому что, ребят, я обкакался. Куча насколько большая, учитывая, что я стримлю с туалета, что уже я скоро, ребята, буду все выше и выше становиться. Поэтому, ребят, все, счет 7-6, просто не топаем, просто не топаем. Давай, я тебя прошу. Все, идеально, мы запрятались. Я очень... Понимаю, да! 7-7, да! Всем, ребят, сейчас все решится. Ребят, я не знаю, что делать, блин, я хочу это сделать. Фух. Я извиняюсь, небольшой мандраж. Ну как небольшой, очень большой. Прямо сейчас я и буду или богаче на миллион голды, или беднее на миллион голды. Так, ребят, смотрите, я предлагаю, что мы делаем. Блин, я не купил дымовуху. Я дымовуху забыл купить. Хаешка, бросай. Ой, как повезло. Так, бросаем флешечку. Давайте, ребят, мы это сделаем. Давай! Успею. Ну что, 3, 2, 1. Ребята, победа! Я знал. Я не зря, ребят, ношу тех масло. Что означает маслята? Ну или масло, товарищи, на ваше усмотрение. Да, мы это сделали. С вас, ребята, просто за это лайкусики, подписочки. И прямо сейчас мы зайдем на мой аккаунт. Самое главное, чтобы он меня не кинул. Ну что, братик, логин парольчик от аккаунта пиши. Ну все, держи свои данные. Я ухожу со стендов, это такая просто игра. Ты плачешь? Все, он ливнул. Он пишет данные от аккаунта. Он расплакался. Но есть и хорошие новости. Он не кидок, он написал данные от аккаунта. Давайте просто проверим и зайдем на этот аккаунт, посмотрим, что там и как. Ну что же, ребята, я зашел на этот аккаунт. Этот аккаунт теперь по факту мой. Смотрим, первое, что вижу, ник, я ухожу из стендофа. Аватарка Пеппы, ранг мастер. Какой онлайн на аккаунте? 2000 часов, обалдеть. То есть это не просто аккаунт, это действительно настоящий, живой, активный аккаунт в стендофе, на котором Андрей, это мой модератор еще в Дискорде, он играл на нем, он реально почти каждый день играл в ММ, он заходил, радовался жизни. Он 10 июля, вот посмотрите, сколько играл, 8 июля и так далее. Блин, я не знаю, но мне реально как-то неловко. Ну, вроде бы мы договорились на мужика, он сам мне предложил, но мне как-то, не знаю, неловко. Так, давайте посмотрим, а что мне по инвентарию, то что это по бенжончика? Опа-па! Это не бан! Керамбит голд! Блин, керамбит голд! Но самое интересное, что кроме керамбита голд у него ничего нету. Это настоящий керамбит голд, который можно реально выставить на рынок. То есть я прям сейчас могу, грубо говоря, продать там за 120 тысяч голды керамбит голд. И потом эту голду перекинуть на мой основной аккаунт. Но я не знаю, ребят. Вот честно, вот хоть меня прибейте. Ну я не могу вся. Я выиграл, честно, бою, но это слишком много. Да, на стримах...
я беру там по 5 тысяч голды, там по 6, по 10. Ну блин, ну тут аккаунт стоит 100 тысяч голды. Я не знаю как, я решил, ребята, этот аккаунт оставить ему. Что вы думаете по поводу всего этого? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях, потому что, ну, мне просто совесть не позволяет. Парень из-за меня, по сути, идет из стендоффа. Да, он сам предложил, но все равно, ребят, ну как-то реально слишком жалево. Вот так, ну не знаю, ну такой человек, ну не могу забрать. Но знаете что, ребят, я, наверное, сделаю. Лично от себя 10 тысяч голды я разыграю в моей телеге. Все нужные ссылочки есть в описании под рекламой, ребят, посмотрите, там есть телега. Перешли, подписались туда, за подписку можно получить на халяву 10 голды, все, ребята. С этого аккаунта я выхожу, ну а с вас, ребят, лайкусик, подписочка и любой хороший комментарий. И мой вам совет, если у вас дорогой аккаунт, не играйте дуэль против кем-то ПК, а то можете обкакаться, не будет туалетной бумаги. Ха!